утречко, друзья. У меня сегодня очень хорошее настроение. Во-первых, потому что погодка наладилась, уже теплее стало. На работу уже едешь, хотя бы не трусишься вот так вот от холода. Было по 4, по 5 градусов пару дней назад утром, сейчас уже 13. А во-вторых, потому что к нам вчера ночью приехали опять свеженькие два комбайна. Сейчас я вам их покажу. Это у нас Volvo 800, мини-комбайн без кабины. И это у нас Сампа 680, еще один. Вот ребята уже газуют, вижу, разгрузили. Оба. Сейчас буду вам показывать их. Сампик. Вот такой вот красавец, 1000 с чем-то часов. Посмотрите. Просто. Как будто не молотил. В таком состоянии. И Volvo тоже. Кстати, вообще, блин, шикарно выглядит. Смотрите, комбайн 80-й или 78-й год. И даже без ржавчины. Просто вообще, посмотрите. Двигатель четко работает. Как там комбайн? Газует нормально? Да? Такие бачу вообще даже не ДН еще не цей, да? Глуши моторы. Даже дымку не пускає. Оба. Ровер, да? Посмотрите, шнек на Volvo. Это защита лежит. Вот такой вот шнек. Тоже красочки оригинальный. Вот кто хотел мини-комбайн, и вот Volvo. Цена его 9000. 9000 долларов. А жатки, да? Добрый ранок всем. Что, нема? Ну, я понял. А проверьте, что все есть. Все защиты, вот я бачу, на шнеках нема. Чтобы знать. Так, это у нас жатка от Сампика. Смотрите, шнек. Вообще, вообще не вытерпи. Просто вообще. Смотрите. Даже здесь стол не вытерт полностью. Красочки. Вот по бокам, да, краска. Вот сам шнек. Сейчас покажу вам. Смотрите. Вот одна потерта столько есть. И здесь одна. А так полностью как новенький. Блин, как же круто такие комбайны привозить. Они хлам, блин. Вареный, переваренный. Так что, друзья. Еще плюс два на площадочку. Ой, сори. И на следующей неделе еще плюс 4. Выбор огромный. Так что приезжайте. И вот эти 4 красавчика. Два Джона, классик. И сам по 680 тоже. Уже у нас грузятся жатки. К тем комбайнам, которым не приехали, это к этому сампу, к этому Джондиру. К 1055 грузятся жатки. И к еще двум доминаторам. 48, 58S и Дроненбург. Сегодня в Норвегии загружается машинка. И будет ехать сюда. Такие вот дела.